По традиции, на городской ипподром собрались взрослые и дети, чтобы принять участие в народных гуляниях. Всех присутствующих ожидают национальные песни, пляски, а праздничное настроение чистопольцев не испортили даже дождь и ветер. С праздником плуга чистопольцев поздравил и глава города, отметив и приведя в пример успехи работников сельскохозяйственных и продовольственных предприятий. Решите высказать искреннюю признательность всем тружникам села за их трудолюбие и упорство. Всем тем, кто вложил немало сил, энергии, чтобы в срок и с высоким качеством провести весенние полевые работы. Празднование жители продолжат до глубокого вечера. По традиции, любой желающий может принять участие в турнире по национальной татарской борьбе, в состязаниях на ловкость и смекалку, а также отведать специальные татарские угощения и напитки.